Продолжаем. Вашему вниманию 26-й закон Вселенной – закон любви. Один из главных законов Вселенной, гласящий о необходимости жить с открытым сердцем. Закон, помещающий благоденствие, заботу и чувства по отношению к себе, к своим ближним, как к самому себе, а также к людям, животным, к природе, в общем, ко всему, что нас окружает. Закон любви позволяет увидеть сущностное родство между собой и всеми. Подробно о любви мы поговорим на странице «О любви». 27-й закон Вселенной – закон милосердия. Он позволяет нам простить все ошибки и прегрешения других против себя и себя против других. Именно в этом и состоит истинное милосердие. Быть милосердным – значит жить по законам любви и соблюдать закон всепрощения, а живущие по этим священным законам не совершают ошибок в этом мире. 28-й закон Вселенной – закон благодарности. Управляемый законом резонанса гласит: чем полнее мы выражаем благодарность за все, чем больше мы наслаждаемся в жизни, тем больше привлекаем к себе все, за что можно быть благодарным. Закон основан почти на всех законах Вселенной, например, на таких как закон притяжения, законы энергии, законы причины и следствия, закон любви, закон почтения, закон единства и так далее. 29-й закон Вселенной. Закон терпения. Утверждает, что каждая сотворенная вещь имеет начало и конец, поскольку все, что разворачивается в физическом мире, согласно плану, действует во времени. Терпение проявляет себя как совершенное понимание того, что настроенный фокус непременно приведет все мысли, слова и деяния к долгожданной поре плодоношения. В этой игре человек обретает сознание того, что феномен не достигает немедленного проявления лишь по той причине, что ему необходимо познать еще что-то иное в данный момент времени, чтобы прийти к назначенной цели.